О, какая у нас красота. Такой пейзаж. Просто обалдеть. Прям даже не верится, что это не картина, а живые кадры. Настоящий вид. А мы с собачкой пошли погулять. Как обычно. Раньше мы гуляли. Всякое вам разное рассказывали. И сегодня порассказываем. Сегодня я хочу рассказать вам про то, что у нас начинается школа. И уже начались школьные активности, с нами начали уже связываться из школы, писать письма с рассказами о том, что мы будем делать в этом году. А школа в этом году у нас опять начнется с онлайн-обучением. То есть здесь в школу не пойдут. Да, это, конечно, не очень нас радует, потому что домашнее обучение, это, конечно, это зло, как мне кажется. Мало того, что дети ничему толком не учатся, потому что, ну, мы не учителя, у нас нет специальных навыков, ни природных, не учил нас никто этому, поэтому учить детей дома всем школьным предметам, это, конечно, сложно. Но в этом году учебном решили доработать программу, так как в прошлом году учебном мы заканчивали весной тоже обучение дома, и это было спонтанно. И на коленках, и кто что смог придумать, тот, кто придумал. Тут они вроде бы как целое лето над этим работали, разрабатывали программу, разработали программное обеспечение, наделали целую кучу мультимедиа материалов для обучения. В общем, обещают, что в этом году обучение будет сильно лучше, чем в конце прошлого. Прислали нам расписание предварительное, и, если честно, оно меня очень сильно напугало. Даже расстроила, потому что у детей будет полноценный рабочий день. Если весной детям просто давали задания, у них были какие-то там митинги с учителями в записи, и ты мог эту запись посмотреть, когда тебе удобно, сделать домашнее задание тогда, когда тебе удобно. В общем, ты мог как-то распределять свой день. То есть получалось так, что у меня там свои дела по работе, у меня появилась дырка, я пошел, помог детям с одним, пошел с другим, направил их в нужное русло, они сидят, работают, у них что-то не получается, я им помочь сейчас не могу, они ждут, когда я смогу им помочь. Ну, в общем, это было как-то более-менее гуманно, и мы худо-бедно с задачами справлялись. То теперь у них будет рабочий день с 8.40 до 4 часов дня. О. Кенгуру у нас изображает собачка. Сейчас мы уберем. Да. В общем, идем мы дальше. Короче, теперь у них будет полноценный рабочий день с четким, жестким расписанием. Когда у них митинг, когда у них чтение, когда у них математика, когда у них письмо, когда что, и весь день расписан очень четко и жестко. Если Маша еще более-менее будет способна, я себе так представляю, в этом ритме работать просто потому, что она уже большая девочка, то Арсений, я не представляю, над ним же надо все время сидеть, чтобы он что-то делал. Он же не будет сам сидеть и все делать. Поэтому во что это все превратится, я вообще себе туго представляю. Ну, посмотрим. Ну, между прочим, из интересного, никто не отменял все старые привычки. Они надеются на то, что школа вернется в нормальное свое русло, в нормальное состояние. Поэтому на этой неделе мы поедем забирать ноутбук для Арсения. Они, кстати, сказали так, что если в прошлом году они требовали просто наличия компьютера в семье, чтобы был компьютер, чтобы дети могли заниматься и смотреть и все такое, то в этом году из-за жесткого расписания и вообще политики, что компьютер не должен шариться, у каждого должен быть свой персональный компьютер, они выдают компьютер каждому. Вот интересно, наш пруд зарос водорослями. Вот такой вот он стал, зеленый. Прикольно, да? Прям даже не скажешь, что это пруд. Болото какое-то непонятное. Там даже вон мячик лежит. Кто-то утопил мячик, не осмелился в эту чачу залезать, забирать свой мячик. Так и лежит он там. Вот, так что мы забираем для Арсения компьютер. Теперь у него будет свой учебный компьютер. Маша свой уже давно есть. Вот, а на следующей неделе нам прислали расписание, когда нужно будет ехать получать рюкзаки с концтоварами.
рюкзак с констоварами я уже снимал обзор видео в прошлом году. Можете посмотреть у меня на канале. Если вам интересно снять обзор нового рюкзака, вы тоже говорите, я тоже сниму это видео. И вообще, наверное, у меня есть идея, интересно вам или нет, сравнение, что стоит собрать ребенка в школу в Америке, чтобы вы сравнили со своими странами, потому что я уже видел, уже начали писать статьи в новостях о том, сколько стоит собрать ребенка в школу. А я расскажу свою точку зрения, сколько стоит собрать ребенка в школу здесь у нас. Если вам это интересно, говорите. Народ в парке напарковался, куча автомобилей. Это тот самый диск-гольф-парк, где народ играет в гольф летающими тарелками. Очень прикольное место. Можно тоже посмотреть, у меня на канале есть обзор этого парка. Интересное местечко. Ну и раз уж мы затронули тему школ, ох, как здесь пахнет грибами. Тут, наверное, они сейчас повылазят где-то тут, под этими сосенками. Такой запах стоит, такое впечатление, что тут грибная ферма должна быть. Но что-то ни одного гриба я не вижу. Непонятно, где они, где эти грибы. Может, завтра или послезавтра будут? Надо походить будет, посмотреть повнимательнее. Но запах тут сейчас стоит, нос отваливается грибной, какой вкусный запах стоит. Ладно, возвращаемся к теме школы. А то я иду тут, столько всего интересного и красивого, что про школу не очень-то и расскажешь. О, какая красивая клумба. Классная. Такая цветастая. Красота. Да, вот в этих вот колодцах фонарики. Вечером, когда наступает темнота, оно все еще подсвечивается. Вот можно даже видеть, что они на самом деле уже светятся. Да, только пока еще слишком светло, чтобы увидеть то, куда они светят. Пошли, собачка, пошли. Мы пойдем сегодня туда для разнообразия. Не ходить же каждый раз одним и тем же маршрутом. Да, собака? Идем, идем. Вот. Расскажу я вам про отличия школ. Насколько вы знаете, у меня дети ходят в разные школы. Один в младшую, другой в среднюю. И школа имеет разный рейтинг. Так как мы поселились в этом месте, на скорую руку, где мы сейчас живем. Собачка, ты куда пошла? Не даешь мне кино рассказать. Ёша, пойдем погуляем еще. Уже все, нагулялась. Ёша, не захотела собака идти туда. У нее свое видение прогулки. Я думаю, нам не принципиально. Нам лишь бы походить, погулять. Поэтому, ну, пойдем туда. Ничего страшного в этом нет. Итак, про рейтинг школ. Когда мы сюда переезжали, мы думали, что мы селимся в нашей квартире временно. У нас было очень мало времени на поиск жилья, потому что нужно было очень быстро выселиться из гостиницы, в которой жить было очень накладно. В общем, мы искали жилье на скорую руку. Но здесь нельзя поселиться на месяц или на два. Это, ну, можно на самом деле, но это стоит каких-то дурных денег. Вот. Для того, чтобы получить более-менее толковую цену, нужно заключать договор минимум на год. Тогда цена получается на жилье хорошая. Ну, в общем, мы заключили договор на год в том жилье, которое нам на тот момент показалось более-менее сносным, с которым мы согласились. Так сказать, соотношение цена-качество, наличие хорошей школы элементари, то есть начальной школы, когда дети ходили в нее вместе. И мы решили, что когда Машка подрастет, мы будем переезжать куда-нибудь в другое место, потому что надо, чтобы она ходила в среднюю школу хорошую. Вот. Да, собака? Но так получилось, что когда она закончила элементари школу, надо было переходить в среднюю школу. Над ней очень хорошо поработали, и над нами очень хорошо поработали. В том плане, что подготовили нас к переходу в среднюю школу, показали, что она на самом деле не такая уже и страшная. В общем-то, вполне себе неплохая школа. Да, она имеет низкую оценку, но тут оценки складываются из такого большого количества факторов, что сказать, что это объективный, как-то сказать, показатель очень, то на самом деле нет. Пойдем, пойдем, песик, пойдем. Надо походить. Такое там красивое солнце выглядывает.
из-за туч. Вообще вид такой волшебный. Да, там где-то что-то летит. Вертолет. Вертолет. Итак, возвращаюсь к рейтингу. На сегодня очень долгий рассказ какой-то получается, да, пес? Много отвлекаемся. В общем, у школы рейтинг был 5 из 10. Но нас убедили, что ничего страшного, можно попробовать сходить. Не понравится, тогда свалите. Но мы решили, что ну ок. Такой вариант, в принципе, тоже подходит. Попробуем, посмотрим, не понравится. В самом деле можно свалить. Конечно, это может быть дороже, потому что расторжение договора вне очереди — это дорого, это если в школу по прописке. Но можно попробовать переметнуться в школу не по прописке. Есть open enrollment школы, куда можно ходить не по прописке. Свободный, так сказать, доступ и запись в эти школы. Но мы решили, что мы согласимся. Маша пошла в эту школу, и ей там понравилось. И учителя классные, и занимались с ней классно. И уровень на свой там английского и всего прочего подняла классно. В общем, сказать, что плохая школа, не скажешь. Вот прямо вот, чтобы, если особенно сравнивать со школой в Минске, с нашим опытом, так вообще, если по Арсении никогда не ходил, Маша, в начальную школу здесь, в Америке, то мы бы сказали, что эта школа просто божество, вообще суперская школа. И вообще, что вы все врете, что это плохая школа. Но если сравнивать ее со школой Арсения, то, конечно же, есть что сказать. Во-первых, коммуникации. Коммуникации с Арсением школы идут постоянным спамом, я бы даже сказал. Директор очень переживает, чтобы никто ничего не пропустил, чтобы все все поняли, чтобы все все сделали. А если кто-то не понимает, она шлет письма еще раз и еще раз. Если ей задают какие-то схожие вопросы несколько человек, она делает еще одну рассылку, чтобы объяснить всем остальным, кто постеснялся спросить вопросы и не понял. В общем, занимается информированием на 100%. То школа Машины, они вообще ничего не пишут. У них дежурные стандартные отписки, которые до них доводит, так сказать, местный отдел образования, который требует, чтобы было минимальное общение. Ровно эти письма, они прям видно, что под копирку написаны, приходят из обеих школ. Вот, но дополнительного выражевывания из Машиной школы не приходит. Так что да, номер один такое, что общаются они так себе. И когда мы в прошлом году, такое небо классное, вообще не могу просто, шли в эту школу, нам было вообще непонятно. Нам прислали письмо, первый учебный день тогда-то, приходите. Куда приходить, чего приходить, что делать, куда идти, что нести, с чем приходить. Ничего было непонятно. Поэтому мы отправили ребенка. Ребенок, конечно, очень переживал, очень волновался, потому что вообще не ясно, что делать. Если есть дети, у которых там старшие дети уже ходили в школу, таким более-менее все ясно, то когда ты первый раз идешь в школу, вообще ничего не ясно. А еще нет друзей, которые туда идут или ходили, у которых можно спросить. Спросить особо не у кого. Ну, короче, катастрофа. Сами тут не жили и спросить не у кого. Поэтому, да, конечно, нервничали очень сильно из-за отсутствия информации, в первую очередь. Это то, что больше всего напрягало, что не было никакой информации. Но, в целом, потом, когда она уже в школе училась, все, все отлично у нее было. Хорошая школа, вопросов к ней нет. В плане обучения, да, она беднее, да, на нее меньше выделяется средств. Да, видно, что внутри интерьерчики попроще, оборудование попроще, парты постарее. Да, в Арсюхиной школе это все гораздо круче, интереснее. Так, я, наверное, должен это небо сфотографировать. Сейчас я прорвусь отсюда. Идем дальше. Жалко, конечно, что в школах не разрешают внутри там снимать видео и фотографировать, чтобы показать вам, что находится внутри школ. У детей даже забирают телефоны, когда они идут в школу, что тоже очень прикольно. Я помню, в Минске была целая война на тему телефонов, что у детей не должно быть телефонов на уроках, что дети там должны сдавать телефоны в специальные ящички перед уроками. Я помню, это все так очень негативно воспринимали.
Здесь это существует очень давно, все к этому привыкли. Никто к этому негативно уже не относится. Дети на уроках должны заниматься уроками. Единственное, что здесь у детей есть свои шкафчики, собственные, где они держат все. Ну, вы видели в американских фильмах, наверное, все эти шкафчики. И телефон должен лежать в таком шкафчике. Конечно, его не забирает учитель. Ребенок на переменке может сходить, все почитать, пописать, позвонить, посмотреть, что он хочет. Вот. Но в большинстве случаев у них на это нет времени, потому что переменки очень маленькие между уроками. И этой переменки хватает сходить в туалет, отнести, так сказать, все свои учебные материалы в шкафчик с одного урока, взять учебные материалы для другого урока и перебежать в следующий класс. Да, они здесь не ходят с портфелями из класса в класс. Здесь нету такого, что они все уроки носят с собой, потому что все эти материалы лежат в шкафчиках, и они на урок идут только с тем, что нужно для этого урока. И что прикольно, им за это даже ставят оценки, которые тоже влияют на итоговую оценку. Это достаточно ржачно. Да, собака? Да, так что это большой плюс, что не надо таскать рюкзаки, и все лежит в этих ящиках. Это, конечно, классно. Ну что, собака, ты еще не устала? Не? Дальше идем. Идем дальше. В общем, возвращаясь к теме оценок школы, очень сильно от того, какая у школы оценка, зависит то, как ее здесь финансируют. Ну и, соответственно, от финансирования школы зависит то, какие в ней работают учителя, какие у них есть программы обучения. И это получается здесь такой замкнутый круг, который очень сложно разорвать. Если школа хорошая, у нее много денег, у нее хорошие учителя, у нее хорошая материальная база, они могут многому научить. Ну и, соответственно, получают много денег. Школа, у которой мало денег, соответственно, и там и с учителями все посложнее, и с материальной базой посложнее. Ну и говорят, что и качество образования в таких школах тоже обычно страдает. В целом это, наверное, немножечко заметно. Вот. Но интересный такой момент. Мы когда шли в нашу школу Elementary, собачка, пойдем походим. Неинтересно тут стоять на месте. Короче, школа имела оценку 7 из 10. Это уже достаточно высокая оценка. Конечно, тут все пытаются ломануть в школу, у которых оценка 10 из 10. Но мы в такую воткнуться не смогли, просто потому что в такой школе не было ELD-классов, то есть уроков английского языка. Я так понимаю, что это основная причина, по которой у этой школы оценка 10 из 10, что там нету иммигрантов, там нету тех, кто не знает языка и кто может снизить оценку. Короче, такая школа только для белых. Я бы так сказал, да, но это, наверное, не политкорректно, но для местных. Для местных, кто владеет языком, у кого нету проблем каких-либо с языком, и могут учиться на полноценной основе без проблем. Вот. В такую школу мы попасть не смогли, потому что нам нужно сначала выучить язык, чтобы попасть в такую школу. Конечно, теперь уже можно попытаться. Уже детей, как это сказать, объявили, что им ELD не нужен. Арсению вообще сказали, больше не нужен. Про Машу пока такой бумажки не пришло официальной. Вот. Учителя говорили, что да, ее снимут с ELD. Но официальной бумаги пока еще не приходило. Так что я не знаю. Возможно, она в следующем году еще позанимается английским. А Арсению уже все. Ему уже больше занятий дополнительным английским не нужен. Считает, что он знает английский на таком уровне, что может наравне с другими заниматься. Ну так вот, прикольно. Ой, какое же там красивое солнце, такой уже ж вид обалденный. Ну, мы с собачкой пройдемся, еще чуть-чуть походим. Будем заниматься спортом, собственным здоровьем, да? Такие прогулки на свежем воздухе, это очень полезно. Вот. Значит, и школа Арсения в прошлом году потеряла целых 2 очка. Потеряли они свои 7 баллов. И теперь эта школа имеет 5 баллов из 10. Ровно точно так же, как и имеет Машина средняя школа. 5 баллов из 10. Вот. И мы почитали. Тут есть сайт, который расписывает причину снижения оценок.
Вот. Но основная причина снижения оценки школы – это снижение успеваемости. Так что я вам хочу сказать, что успеваемость от денег зависит слабо. Школа богатая, оборудование классное, учителя у них не менялись, учителя все те же самые. Ну, грубо говоря, ничего не поменялось, кроме того, что поменялись дети. Пришел другой набор, другие дети. Ну, этих детей что-то пошло не так. У них не получилось хорошо сдать экзамены. Тут сдаются каждый год экзамены. Кстати, не так, как в наших школах. Здесь нету контрольных каких-то таких, да, итоговых, четвертных тут. Их проверяют оценки каждую неделю. Если говорить о контрольных, то у них есть тесты, которые они должны сдавать каждую неделю. Итоговые тесты каждую неделю. И вот такое вот. Причем в обоих школах. У одного и у второго. Вот. А есть государственные тесты, которые называются CMAS. Вот. И эти тесты уже проверяют саму школу, учеников, качество образования там и все такое. Ну и вот этот вот тест что-то как-то не очень удачно сдали, и школа потеряла в рейтинге немного. Если бы мы выбирали школу в этом году, исходя из сайтов, потому что у нас другой информации у нас, в общем-то, никакой не было. Где мы возьмем еще какую информацию? Вот, форумы, сайты, рейтинги, вот это вот все прочее, то, наверное, в эту школу бы мы не пошли. И, если честно, зря, потому что школа просто отличная, очень классные учителя, дети очень любят эту школу. Маша до сих пор любит эту школу, ей хочется обратно в элементаре. Ей настолько там понравилось, настолько там классные учителя, настолько там классная атмосфера, коллектив, вообще отношения между людьми. Конечно же, при этом при всем они еще и учились. В общем, у ребенка такой был восторг от этой школы, и у Арсения тоже. И когда начался карантин, они ныли, они хотели обратно в школу, они не хотели сидеть дома. Дома скучно, неинтересно. Дома папа так не умеет их развлекать, как их в школе развлекали учителя. В школе было интересно и весело. Ой, как там красиво. Такой классный цвет. Вообще обалдеть. Солнышко такое светит оттуда. Жалко, нету фотоаппарата с собой. Это надо на фотоаппарат, конечно, фотографировать. Телефон так не умеет снимать. Солнышко уже почти село. Да, а нам еще предстоит долгий путь домой. Мы дошли до этого озера. Сейчас мы тут развернемся. И пойдем обратно в сторону дома. А про школу, наверное, на сегодня хватит. Слишком много рассказывать вредно. Буду рассказывать потихонечку. Ждите следующего рассказа о том, как мы забрали ноутбук, что это за ноутбук, как его нам выдавали, что он из себя представляет и вообще, как происходил процесс. Это уже будет в эту пятницу. Я надеюсь, что я завтра видео у меня удастся снять, что там не будет кутерьмы и балагана. И мне получится снять это дело. Если прямо на месте не сниму, ну, уже, значит, по ходу дела расскажу потом, что там было и как. В общем, ждите завтра очередное видео про школу. Пойдем, собачка, пойдем. Всем пока-пока. А, ну да, не забывайте ставить лайки и подписываться. Надо набрать 1000 подписчиков. А то что-то как-то никуда не годится. В Инстаграме уже куча подписчиков. На Ютубе совсем мало. И в Фейсбуке огромное количество подписчиков. Надо чинить Ютуб. Надо как-то добавлять подписчиков на Ютуб. Да, собака? Да, собака согласна. Она всегда согласна. Молчание – знак согласия. В общем, всем пока-пока.